Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с великим праздником, католической Пасхой. Человечество проходило очень трудные времена, и сейчас одно из самых ответственных времен и моментов, когда человек делает выбор, идет он к Богу или утрачивает любовь к Богу. И вот этот главный выбор зависит от каждого из нас. Христа не случайно нас все называют Спасителем. Потому что без христианства нынешняя цивилизация вряд ли бы смогла выжить. Если любовь уходит, никто нас не спасет. Поэтому Христос учил тому, как любить, как прощать, как развиваться и смысл жизни в развитии и в уподоблении Всевышнему. И вот эти главные истины, вот эти правила, которые позволяют нам сохранять любовь и увеличивать ее, являются главным условием для выживания и каждого человека в отдельности, и семьи, и народа, и государства, и человечества. Дева Мария учила безусловной любви. Христос учил любви, прощению и изменению себя. Его учение – это пособие по трансформации человека, который должен перейти в новое состояние. Если мы в эти дни, в эти ответственные моменты сохраняем любовь и отбрасываем все то, что мешает любви, то мы приближаемся к Всевышнему, и милость Всевышнего тогда нас не обойдет. Поздравляю вас с праздником, желаю вам любви, оптимизма, преодоления уныния, недовольства и всего самого лучшего.